Всем привет! Я думаю, я вас еще не успел сильно утомить сквером Адоевского. Хотя тут уже в последнее время достаточно частенько бывал. Но сегодня у нас уважительная причина, почему я иду именно этой тропой к морю. Колораж вас уже достало, это понятно. Да сегодня же у нас открылась столовая Бристоль. Все, кто был вчера в эфире, может быть, захватили, потому как мне позвонили в самый ответственный момент. И, соответственно, прервалась трансляция. Тем не менее, я говорил, что навещу именно сегодня столовую Бристоль. Отдельно сделаем ролик по ценовой политике, а сейчас вас просто уведомлю о случившемся факте. Чирикают птички. Слышите? А, о как. А мы прогуляемся к морю. Ну, сегодня, наверное, все-таки пляж Салют опять по ходу движения, хотя можно таким же образом выйти на Калипсо, а можно пойти еще и на Лазаревский 2. Ну, боюсь, я вас утомлю этими прогулками. Итак, столовая. Высокое качество, низкие цены. Про цены я никогда не говорю, так как не знаю, сравнивать нет у меня статистики такой. А вот высокое качество, да, могу подтвердить, ребятки, что именно ентой столовой всегда высокое качество. Руководство всегда на боевом посту, семейный бизнес. Как видите, столовая только открылась, а народ уже есть. Чистенько, красивенько, вот девчонки с надписями «Бристоль» на футболке. Работает с 8 часов до 22, но это ентам мы уделим, наверное, отдельную роль, как я уже сказал. Не буду сейчас томить людей прицелом камеры. Мы сейчас поболтаем, там пойдем прервемся, а потом пойдем на пляж. Итак, ребят, идем дальше. Компас экскурсии. Тут готовится заведение, тоже скоро пивко будем попивать тут. Хотя я не пью пиво, это я так ляпнул. Бристоль мы потом вернемся. Ну, может быть, не прямо сейчас, может быть, там завтра. Может быть, после обеда покажу вам ценовую политику, ознакомлю. Сейчас дневной. Дневной обзор, это святое. Я даже с собой термометр взял и плавки напялил. Ну, плавать, честно говоря, не хочу. Сейчас я по-бурому. Но прогуляемся. Надо бы как-нибудь зайти еще и в кафешку Астра показать вам. Вечером там у них там народные гуляния, людей пока еще мало, не все знают про наличие ентового кафе, хотя в прошлом году оно уже было, функционировало. Столовая «Салют» с 1 числа не открылась, но ведутся подготовительные работы. Астра открылась. Даже ценовая политика есть, вон, видите, красивенько, столики, стульчики, детвора идет. Ну, сегодня сами знаете, какой день, они там все, у них там, кстати, в этом, как его, дискотека, короче, вот там он была. А может быть, сейчас она там и проходит. Но опять же, дневной обзор, сами понимаете. Топаем мимо Салюта. Тут у нас тоже Бристолем пахнет. Я имею в виду вывеска. Пляж Салют. Не знаю, больше, меньше стало народу со вчерашнего, позавчерашнего дня. Ну, есть. На Калипсо немало. Но я вчера ходил по Калипсо, поэтому тоже не будем слишком часто одно и то же снимать. Надоест быстро. Пойдемте замерим водичку. Посмотрим на ее качество. Количество и так ясно. Так, главное мне ключи не потерять. И телефон. Блин, ладно. Итак, захожу в воду. Напоминаю всем, дамы и господа. О, вон катера, катамараны, все это есть уже, видите. И девчонки на сапах. Что здесь у нас так устроено побережье, что ручейки подводные текут. Текут, и они все холодненькие. Поэтому с самого берега как раз всегда у нас попрохладнее водичка. Поэтому
чем теплее, чем глубже, тем теплее. Проверено годами. Приедете сами, попробуйте, занырните, проплывите и почувствуйте разницу. А мы сейчас вам с вами на самом берегу. Сейчас показывает воздух плюс 28 практически. Окунаем. У меня телефон там звенит. Пусть чай лежит. Термометр. А мы посмотрим по сторонам. Там то ли банан ожидается, то ли я не знаю, что-то скопление народа в районе мотоциклов водных. Плюшки, наверное, сейчас пойдут. Сегодня не брал летательный аппарат. Он там у меня дома кайфует, отдыхает. Так что потом еще погоняемся за ними в обязательном порядке. Да и за парашютами погоняемся. За всеми погоняемся. Лето только начинается. Только первый день. Сейчас только все детей защищают. О, блин, ну там девчонки поплыли. Опять вот за кем надо гоняться. Вчера ос гонялся. Я ничего. Я ни при чем. Это он все за ними летал. Итак, плюшка пошла в море. Покидает техническую зону. Теперь технические зоны побольше, а вот зона для купания. Кстати, здесь буйки гораздо подальше, я вам скажу, ребят. Гораздо. Вот первая зона какая-то буйков, потом вторая зона. Буду я плавать на пляже Салют. Он мне больше нравится. Я имею в виду днем. А позже, когда придет настоящее лето. Я имею в виду, когда я буду ходить каждый день по утрам плавать, а не снимать ролики. Ну что, мы будем пробовать доставать термометр. Итак, на мой взгляд, температура так и не достигла цифры 20. Пока она где-то 19,7. Ну, что и было ранее. Предыдущий мой замер. Вот такие дела. Телефон не стырили. Ключи на месте. Обзор снят. Я так думаю. Поэтому всем говорю до свидания. Всем пока. Всем до новых встреч. В эфире. Затягиваю.